Нигерия начала вывоз своих граждан из Ливии. В страну уже вернулись более 250 человек. Как сообщает Associated Press, до конца года страны Африканского союза намерены вернуть на родину 15 тысяч беженцев, которые сейчас находятся в переполненных ливийских лагерях. По данным Международной организации по миграции, всего там содержится более 400 тысяч мигрантов. Все они через Ливию пытались попасть в Европу. Однако вместо этого оказались в статусе рабов. Напомню, в середине ноября телеканал CNN обнародовал информацию о ливийских рынках работорговли, где нелегальных мигрантов из Африки можно купить. Стартовая цена – $400. Он пообещал провести тщательное расследование. Несмотря на то, что наплыв беженцев намного больше, чем мы ожидали, мы делаем все возможное, чтобы люди были рады вернуться домой. Наши братья и сестры получат все необходимое для нового старта. Ситуация в Ливии очень сложная, я никому не советую направляться в эту страну. Многие погибли еще до того, как туда добрались. А уже в Ливии они вымогали деньги у наших родных из Нигерии.